Мы, компания «Вематика», рады, что третий Кубок связи прошел так весело и интересно, с большой активностью. 22 команды – это очень здорово. Намного интереснее получилось, чем в прошлом году, когда только в начале кризиса все были скучные, неинтересные и сидели дома. Мы рады, что вы сегодня все к нам пришли. Было весело, здорово, интересно. Поздравляем победителей и ждем вас на следующем Кубке связи, на четвертом Кубке связи. Наш клуб третий сезон подряд, третий год подряд уже делает Кубок связи совместно с компанией «Вематика». Мы любим делать такие вот специальные турниры, на которых собираются люди, которые, возможно, никогда в жизни не присоединились бы к интеллектуальному движению. Делаем мы турниры для спортсменов, для детей и взрослых, для любителей кино, музыки, для телефонистов, связистов и так далее. О чем это говорит? О том, что сам по себе формат интеллектуальных игр – это достаточно универсальная штука. Играть может любой, ну и, естественно, знаком может стать каждый. Наш клуб это уже на протяжении 7 лет доказывает. Это очень здорово.